дорогой друг, на связи с вами Николай Лобанов и сегодня я хочу рассказать вам об уникальной просто феноменальной компании, которая вошла, нет, правильно сказать ворвалась, не только на наш русскоязычный, но и на международный рынок компания Infinii относительно молодая, ей около двух с половиной лет, но за это время она смогла сделать просто феноменальные вещи вот смотрите, за это время она создала товарооборот больше двух миллиардов долларов. Почти 2,5 миллиарда долларов за какие-то два с половиной года. Я считаю, что это феноменально. В компании собралась команда серьезных профессионалов, которые могут и обучают людей, как зарабатывать очень большие деньги. На чем же эта компания предлагает нам с вами зарабатывать деньги? И, как видите, деньги немалые. 300 тысяч долларов, 500 тысяч долларов – 800 тысяч долларов, вот как, например, этот молодой парень, 846 тысяч долларов. Причем это было совсем недавно, 31 октября. Итак, на чем же компания InfiniAI предлагает нам с вами зарабатывать? Речь идет об электронной коммерции. Сегодня это самая мощная с финансовой точки зрения индустрия. Это покупка и продажа товаров и услуг через интернет. Вот смотрите, только за прошлый 2014 год оборот интернет-торговли составил 11 триллионов долларов. 11 триллионов, нет, не миллиардов, 11 триллионов. Это всем известные магазины eBay, Amazon, Google, Target, Alibaba и так далее. 11 триллионов долларов. В то время как обычные магазины, вот здесь картинка просто-напросто умирают, потому что это аренда, зарплата, складские помещения и прочее, прочее, прочее. Вот еще одна очень интересная цифра. Компания не только сама зарабатывает, создает сумасшедшие обороты, но и выплачивает своим партнерам вот здесь 380 миллионов долларов за какие-то два года. 380 миллионов долларов. Сегодня в Америке это направление является трендом. Многие люди проходят курсы, которые стоят 4000 долларов и больше, для того, чтобы научиться торговать на площадках eBay, Amazon и других. Вот как здесь, например. Вот эти пазлы стоят на одной из площадок 3 доллара, а на другой из площадок 12 долларов. И человек, взяв этот товар на одной площадке, продает на другой и на этом имеет очень серьезные доходы. Вот, пожалуйста, продав какие-то 10 ламп можно заработать 60 долларов. Продав какие-то 20 брюк можно заработать 100 долларов. Или продав 20 товаров для детей можно заработать 200 долларов. Да, конечно же, этому нужно учиться. Далеко не каждый может это сразу взять и освоить. Но компания сделала уникальный шанс. Она создала программу, которая позволяет овладеть интернет-коммерцией любому человеку. Это робот. Робот, который позволяет облегчить и упростить тот труд, который необходим для такого вот заработка. И сегодня компания предлагает три программы для обычного пользователя. Первая называется Prime и стоит 50 долларов. Она дает возможность оперировать 15 продуктами и дает определенные серьезные возможности для зарабатывания на площадках Amazon, eBay, Google и других. При помощи такой программы вы можете зарабатывать, например, тысячу, две, три тысячи долларов в месяц. Хотите больше? Следующая программа стоит 150 долларов. Здесь уже 30 наименований товаров, больше возможностей, больше скорости и, соответственно, вы можете зарабатывать примерно вдвое больше. Хотите еще больше зарабатывать? Не проблема. Вот программа, которая работает как скоростной лайнер. Она стоит 400 долларов и позволяет вам иметь 60 товаров, очень высокие ставки по продажам и очень высокие скорости работы программы. Практически здесь уже работает робот. Ваше участие сводится к минимальным усилиям. Да, я немножко ошибся. Это не стоимость программы, это стоимость лицензии на один месяц. И кто-то скажет, ого, 400 долларов в месяц. Ну, давайте начнем с минимальной программы, которая стоит всего лишь 50 долларов. На сайте компании Infini.i есть пошаговые инструкции для каждого вашего действия – и для каждой программы вы сами выбираете, каким путем следовать. Но вот что интересно. Компания до сих пор работала как обычная компания, продающая лицензию на свою программу. Но совсем недавно она приняла решение продвигать эту программу при помощи сетевого маркетинга. И сегодня для нас с вами открываются две возможности. Первая ⁇ это приобрести лицензию на программу Prime, Surf или Excel и пользоваться ею для того, чтобы зарабатывать, сидя дома перед интернетом, вам не нужно ездить на работу, взаимодействовать с начальниками, хозяевами и так далее. И так далее. Это ваш бизнес. Интернет-коммерция через ваш компьютер и доступ к данным программам. Для тех же людей, которые понимают, что собой представляет сетевой маркетинг, есть вторая составляющая. Это сетевая составляющая, которая позволяет зарабатывать еще более серьезные деньги, чем те, которые я показывал. Поскольку я не владею английским языком, я постараюсь дать общую информацию, более детальную. Мы сможем дать тогда, когда будут слайды переведены и программа переведена. Это произойдет примерно в ближайший месяц, то есть примерно в декабрь. И компания стартует 15 января на русскоязычном пространстве. К этому моменту все уже должно быть переведено, и любой пользователь сможет использовать и программу, и обучение на сайте на русском языке. Итак, у нас с вами есть 6 видов вознаграждения в сетевой составляющей. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Во-первых, для любого сетевика это будет очень интересно, потому что мы имеем гибридный план. Здесь есть возможность зарабатывать и бинарную составляющую, и линейную составляющую. Это очень выгодно, потому что в обычном бинаре человек получает только с меньшей ветки. В нашем случае вы можете зарабатывать и с меньшей ветки, и с большей ветки, потому что у нас есть линейная составляющая. Итак, представим, что вы дали информацию, или, например, это видео, или какое-то другое видео, или пригласили на вебинар двух своих знакомых. И один из них решил приобрести программу за 50 долларов, второй за 150, а кто-то может быть и за 400, для того, чтобы зарабатывать с самого начала максимальные деньги. Это есть часть ваших продаж. Но эти люди начинают осваивая продажи, совершать продажи на eBay, Amazon и других площадках. И это товарооборот, который вам зачисляется в ваши баллы. Причем один к одному. Вот здесь 1800 BV это проданный товар на тех площадках, о которых я говорил. А вот эта команда создала оборот в 1200 BV. А здесь человек пришел и 1400, здесь 1700. И это ваш товарооборот всей вашей команды. Первый вид вашего дохода это Fest Start Бонус. Вы получаете 15% от продаж тех лицензий, которые приобретают ваши знакомые, друзья или люди из интернета. Если человек приобрел лицензию на 50 долларов, вы получили 7,5 долларов. Если на 400 долларов, вы получили 60 долларов. А вот второй вид бонуса очень интересен. И раньше я такого не встречал. Он составляет до 1800 долларов. И вы получаете его за то, что вы просто-напросто вошли сами, приобрели программу на 50 долларов и пригласили одного человека слева и одного человека справа на 50 долларов. И компания вам гарантированно выплатит 600 долларов за вот эту работу. Еще раз объясняю, вы вошли как минимум на 50 долларов и один слева, один справа на 50 долларов. И вы получаете 600 долларов гарантированно, но не сразу, а в течение 2, 3, 4 месяцев. Представим, что даже 6 месяцев, вы за 6 месяцев получите 600 долларов. Вы получаете в среднем 100 долларов в месяц, оплачивая всего лишь 50. Вы скажете, откуда эти деньги, за что эти деньги? Компания выделяет 70% процентов всего оборота на вознаграждение партнеров, которые участвуют в партнерской программе. 70% это небывалые проценты. И 6% из этой суммы идет вот на этот второй бонус. Дальше мы еще немножечко о нем поговорим. Третий бонус очень прост. Это бинарное вознаграждение. Он может быть до 50 тысяч долларов в неделю. И составляет до 20%. У нас есть 12 ступенечек карьерной лестницы. Первые четыре это менеджерские, следующие четыре директорские и последние четыре амбассадорские. На ступенечке менеджеров вы получаете 10% от всего оборота, который создается в минимальной ветке. В данном случае это левая ветка, в ней 8000 долларов оборота, в правой 9000. И вы получаете 10% от 8000, то есть 800 долларов. Обсчеты и вознаграждения происходят раз в неделю и вы получаете раз в неделю свои заработанные деньги. На ступенечках директоров вы получаете 15% тоже с минимальной ветки по бинару. 15% на 28 тысяч вы получили 4200 долларов за неделю. На уровне амбассадор вы получаете 20% от оборота минимальной ветки. В нашем случае это 98 тысяч BV. И когда умножается на 20%, получаем 19 600 долларов в неделю. Следующий вид дохода, четвертый, это Infinity Pay. Он составляет 5%. И фактически это ваше линейное вознаграждение, которое равно 5% от товарооборота всей вашей команды. Лично приглашенных партнеров и тех, кого пригласили они лично. Здесь не бинарная составляющая, а линейная. И вы получаете 5% от всего оборота. Сами подумайте, какие это могут быть деньги. Мы не будем сейчас вникать в подробности. 5% это и есть 5%. И здесь есть ограничение. Это 200 тысяч долларов в месяц. Вот это максимальная планка по четвертому виду вознаграждения. 200 тысяч долларов в месяц или 50 тысяч долларов в неделю. Пятый вид вознаграждения это бонусы очень серьезные бонусы, мы тоже немножко об этом поговорим. И остановимся вот на этой табличке. Здесь мы видим вознаграждение, бонусы и вот смотрим с самого начала. Представим, что вот вы вошли, оплатив 50 долларов за лицензию и вот видите 600 долларов. Даже при том, что у вас нет товарооборота, но вы пригласили одного слева, одного справа, вы все равно получите эти 600 долларов за то, что вы их пригласили. Но вам нужно ежемесячно покупать лицензию и в течение 3-4 месяцев вы получаете эти деньги. Следующий этап – вы уже менеджер. У вас оборот лично приглашенной команды и тех, кого пригласили они, составляет 750 BV и минимальной ветки 375. В этом случае вы еще получаете 600 долларов к этим 600. На третьей ступенечке региональный менеджер, когда ваш оборот достигает 3000 BV, и минимальной ветки 1500 BV, еще 600 долларов вы получаете второго бонуса в общей сложности 1800. И здесь вы, конечно же, получаете уже бинарное вознаграждение, которое составляет до 260 на первом уровне, до 760 на втором и до 1000 долларов в неделю на третьей ступенечке. Следующий национальный менеджер. Здесь ваша команда уже сделала оборот 10 тысяч и 5000 – это меньшая ветка. Ваш доход составляет до 2000 долларов в неделю. И вот очень интересный момент. Статус директора. Вот он. Вы выходите с 10 на 15 процентов. Это статус директора. Здесь 30 тысяч долларов оборота, 10 тысяч долларов в минимальной ветке. И вот здесь вы получаете первую премию в размере 10 тысяч долларов. Но если вы вышли на уровень директора за 90 дней или раньше вы получаете еще 10 тысяч, то есть 20 тысяч долларов, только премии вы получаете за то, что за 3 месяца вы вышли на этот уровень. И я считаю, что для активных партнеров это реально даже раньше, за полтора, за 2 месяца. И мы собираемся сделать это именно так. Потому что вот эти обороты, это обороты от продаж вашей команды. И наша задача научить вас работать с этим роботом, чтобы вы могли зарабатывать. 1000 долларов в неделю, 2000 долларов в неделю. И соответственно создавать большие обороты, чтобы все могли расти по карьерной лестнице. Когда мы сами научимся работать с этой программой и этим роботом, мы научим всю свою команду. И это будет легко повторить. И поэтому вот это достичь, я думаю, сможет любой. но, ну, конечно, трудолюбивый человек, который готов напрягаться. Хотя бы немножко. И работать с программой, и работать с людьми. И дальше начинается уже 5% инфинити бонус с уровня директора. Здесь его планка до 200 долларов в неделю, дальше 500, 1200, 3,5 и до 50 тысяч долларов в неделю. То же самое вознаграждение по бинарной составляющей до 50 тысяч долларов в неделю. Если мы примерно посмотрим, то я думаю, что вот на этот два уровня вы можете уйти месяц. На следующие два уровня может уйти еще один месяц. На уровень директора третий месяц вы выходите и получаете только премии 20 тысяч долларов. Вот эта вся лесенка из шести ступенечек – это примерно полгода. Три месяца директор и еще где-то три месяца на уровень президентского директора. На этом уровне ваши доходы составляют до 15 тысяч долларов в неделю, возьмем 10. Это значит 40 тысяч по этому бонусу. Вы получаете премию в 150 тысяч долларов и еще так называемую пенсию, которую вы будете получать вот здесь 25 тысяч долларов в течение 18 месяцев. То есть примерно полторы тысячи долларов пенсии, вот она начинается отсюда. И даже если вы опустились потом рангом ниже, то все равно вы эту пенсию получаете на уровне полутора тысяч долларов. А здесь вы получаете пенсию в течение двух лет, а здесь в течение трех и так далее. Вот это очень интересная статья вознаграждения, это ваша пенсия. Компания заботится о каждом своем партнере, который вложил большое количество усилий, времени в развитие этого бизнеса. Цифры, которые вот здесь стоят, они просто сногсшибающие. Это 20 тысяч в неделю, 30, 40, 50. Если мы сложим здесь 100 тысяч в неделю, да, может загрузиться голова. Но давайте говорить хотя бы вот об этом уровне. Уровень директора за 3 месяца. Есть еще один шестой вид дохода. Это мировой товарооборот, 4% от которого делятся между всеми партнерами от статуса директора. Директора получает 2%, который делится на всех директоров. Сеньоры-директора получают 1%, который делится на всех. Здесь 0,5% и так далее. Это тоже очень весомая статья дохода. Итак, для того, чтобы достичь успеха в компании InfiniEye, вам нужно сделать следующее. Войти на программу, оплатив 50 долларов за лицензию за программу. Пригласить двух партнеров, которые тоже войдут на 50 долларов. И за 3 месяца выйти на уровень директора, заработав только премии 20 тысяч долларов, ну и по пути еще порядка 10 тысяч долларов вознаграждения. 30 тысяч долларов за первые 3 месяца. Думаю, это достойная цель и есть смысл приложить усилия к тому, чтобы ее достичь. Итак, я очень бегло постарался дать информацию в тонкостях и деталях. Вы получите ее тогда, когда будут переведены слайды, когда все инструкции на сайте будут на русском языке. Тогда мы будем показывать вам результаты, как это работает, и как вы сможете зарабатывать. И просто сидя перед своим компьютером в интернете, и давая эту информацию большому количеству людей, которые нуждаются тоже в том, чтобы сидя дома перед компьютером, зарабатывать очень достойные деньги. Всего хорошего. С вами был Николай Лобанов. Следите за нашими видео. Если данный видеоролик вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и становитесь партнерами компании InfiniEye, которая обязательно вас сделает богатыми и успешными. Всего хорошего!